Она классная и эффективная. Можно собрать хорошие показатели. Самые популярные – это, конечно же, автоматическая реклама и реклама в поиске. Не показывать никакую статистику, то есть там все по нулям. Это хорошая история, потому что это дает трафик и достаточно высокие конверсии. С точки зрения переходов реклама намного результативнее. Смотреть по вашей рекламной кампании, что и как работает, и что и с чем работать. С точки зрения рекламы достаточно много вопросов. И я решила не рассказывать о том, что насколько она классная, эффективная и все остальное, а показать вам на реальных примерах, как я считаю, на что я обращаю внимание, что стоит посмотреть, и как из той аналитики, из той статистики, которая есть, можно собрать классные, хорошие показатели, исходя из которых вы можете уже перенастроить свою рекламную кампанию. Важный момент. Я сейчас, опять же, дам небольшую часть теории для того, чтобы было понимание того, как я действую в тех или иных ситуациях. Опять же, это проверено на моих рекламных кампаниях. Если вы проверяли на своих, у вас по-другому, опять же, это ваш опыт, и это тоже хорошо, что вы протестировали. Я рассказываю, как работает, опять же, у меня, и делюсь этим, чтобы вы, возможно, что-то исправили в своих рекламных кампаниях. Сейчас самые популярные – это, конечно же, автоматическая реклама и реклама в поиске. Если реклама в поиске работает только на поиск, то автоматически у нас с вами это и поиск, и каталог, и рекомендательные полки. Сразу забегая вперед, скажу, что я смотрела на ряде своих рекламных кампаний, и поиск нигде не работает. То есть нигде реклама в поиске не показывает никакую статистику, то есть там все по нулям. Здесь два варианта. Либо статистика не работает, либо на самом деле каталог не работает. Но в любом случае я сделала расчеты с учетом того, что если у вас начнутся показы по каталогу, с учетом статистики, вы сможете тоже это проанализировать. Сейчас происходит ситуация, что очень многие хотят полностью убрать, допустим, в автоматической рекламе поиск и оставить только рекомендательные полки. И да, это хорошая история, потому что это дает трафик и достаточно высокие конверсии. Это я смотрела непосредственно по своим рекламным кампаниям. То есть это видно, насколько разные ситуации в рекомендательных полках. И это, кстати, можно посмотреть даже вот у меня в табличке. То есть у меня есть рекламная кампания, и здесь в одной рекламной кампании поиск – это 2000 просмотров, а рекомендательные полки – это 3000 просмотров. То есть там нет никаких, полностью никакого убирания просмотров, а именно только рекомендательные полки. И на самом деле при той или иной ситуации у нас происходит то, что просмотров больше. Здесь все зависит от того, конечно, какие у вас будут просмотры, но если смотреть дальше, то при одинаковом объеме просмотров количество переходов практически одинаково. То есть при поиске с точки зрения переходов реклама намного результативнее, но вам надо смотреть по своим рекламным кампаниям. Как я здесь смотрела? Я заходила непосредственно в рекламный кабинет, переходила к детальной статистике, надеюсь, вы это все и так знаете, и здесь скачивала статистику, скачать в Excel выбранный интервал, либо полную статистику, в зависимости от того, какой объем вы хотите анализировать, да, и здесь также можно посмотреть цены показов просто в личном кабинете, и даже наглядно видно, что если выбираешь, предположим, каталог, то здесь одни показатели с точки зрения заказов и затрат, но вы заметите, что показов практически нет, вот где-то просто в последний день появились какой-то один просмотр. Да, был один показ в каталоге, с учетом того, что рекламная кампания работает с 21 июня, ну мы с вами смотрим сейчас неделю, то есть всего лишь один был просмотр, то есть здесь мы не можем как-то вот, ну прям сильно анализировать, но даже если мы посмотрим по этой рекламной кампании, в целом, да, чтобы вы могли как-то ориентироваться на те показатели, которые есть у меня, заказов было именно по товару, который рекламируется, всего 2, но были смежные заказы 12 штук, то есть на 1000 рублей было 14 заказов. Это так. Так вот, мы с вами скачиваем в Excel, и дальше наша с вами задача посмотреть непосредственно в Excel распределение по вашим зонам показов. Это можно все сделать там, там все достаточно подробно показано. Так вот, здесь у вас есть общая статистика. И в целом она у меня как раз и скопирована в мою табличку, то есть общая статистика, которая есть. Всего по компании, и отдельно я выделяю поиск, рекомендательные полки и каталог. Поиск здесь, опять же, прописываю вручную, потому что здесь мы с вами это можем увидеть. Это мы можем с вами увидеть в статистике по ключевым словам. Мы нажимаем с вами на просмотры и видим сумму ту, которая есть. И ее добавляем непосредственно сюда. Далее то же самое вы делаете в табличке с кликами
и затраты. CTR вы можете посчитать просто функцией, вам не нужно ничего делать. И таким образом вы здесь видите всю информацию, которая есть. Чуть забегая вперед, скажу, что в поиске, когда показывается вам по статистике, непосредственно статистика по ключевым словам, слова, это на самом деле не слова, это кластеры. Мы с вами это тоже посмотрим далее в этом видео. Так вот, вы выделили поиск, и дальше, понимая, что в каталоге у вас нет никаких просмотров, вы просто из общего количества просмотров вычитаете непосредственно поиск и получаете рекомендательные полки. Если был бы каталог, то же самое бы делали. Так вот, здесь вы все аналогичным образом рассчитываете и все в целом наглядно видите. То есть что мы видим? Просмотров у рекомендательных полок больше, кликов разница в один. CTR на самом деле больше у поиска, но стоимость клика, ну не практически, не в два раза, чуть меньше, чем в два раза, больше у поиска. То есть нам кажется с вами, что расход, конечно же, в целом мог бы быть больше в рекомендательных полок, потому что там просмотров больше. Но на самом деле разница, опять же, ну почти в два раза. И таким образом здесь вам, просто вот если бы мы смотрели первые три показателя, можно подумать, что переходов мало, мы ничего делать не будем. Но если рассматривать стоимость клика и в целом сумму затрат, вы можете потенциально, с учетом постоянных конверсий, которые есть, оценить, а сколько вам стоит каждый этот переход. И здесь это тоже, это опять же посчитано стоимость клика и сколько будет последующие показатели. И таким образом на самом деле глобальные рекомендательные полки, они выходят дешевле. И ваша задача непосредственно смотреть по вашей рекламной кампании, что и как работает и что и с чем работать. Но была информация о том, что при работе с рекламой вы можете просто с автоматической рекламой убрать все поисковые запросы, и далее у вас будет работать рекомендательная полка. Если вы это будете делать сначала, то у вас рекомендательная полка будет работать не в полную мощь, так скажем. Я опять же говорю по своим примерам. Мы также делали, запускали рекламу только на рекомендательные полки, только. То есть убирали из автоматической рекламы полностью все запросы, смотрели, каталога там нет. И на самом деле в разы меньше результат, нежели когда запускаешь автоматическую рекламу и полностью не защищаешь запросы. То есть отдельно, если рекомендательная полка, она не очень хорошо отрабатывает по просмотрам, по объему трафика. А вместе, когда оставляете и запросы рекомендательной полки, результат намного лучше. Это может быть связано с тем, что вам необходимо сначала набрать запросы, а потом уже удалить их все и оставить только рекомендательные полки. Но, опять же, здесь я пробовала для себя эту историю, и я поняла, что вот в момент, когда мы используем только один инструмент, у нас объем заказов снизился намного больше. Очень, ну, неприятная была ситуация, объем заказов снизился. И поэтому сейчас я оставляю в автоматической рекламе и запросы, и я понимаю, что там есть еще и параллельный дополнительный трафик. И вот таким образом хотя бы просто вы можете первоначально проанализировать и посмотреть, и понять, что для вас будет лучше, что лучше работает, и протестировать. Опять же, здесь вы видите, что затраты больше на поиск. И поиск получается дороже, ну потому что там конкуренция больше, в рекомендательных полках чуть проще все на самом деле. Далее мы с вами можем посмотреть статистику по ключевым словам. Именно так называется эта вкладка в табличке, которую вы скачаете. Статистика по ключевым словам. И когда я, рассчитывая на то, что на самом деле это статистика по ключевым словам, я не вдавала в подробности ключевые слова и ключевая фраза это или кластер, я из этой таблички сделала сводную. И как видите, она у меня уже называется сводная по кластерам. И я объясню, почему такое произошло. Здесь, получив сводную, я увидела ситуацию того, сколько просмотров по каждому запросу, но это не запрос, сколько кликов, CTR и непосредственно затраты. Для себя я сразу же выделила те переходы, которые больше нуля, ну то есть хотя бы не ноль. Ноль не стала смотреть, их можно отдельно потом проанализировать и посмотреть, какой был объем просмотра. Потому что может произойти ситуация, что вы, допустим, их убрали полностью, потому что нет переходов, а там был один просмотр. Но опять же, надо смотреть непосредственно и на ваш запрос, как вы там, где вы там и все остальное. Это уже можно отдельно посмотреть. Кстати, да, теперь же в аналитике все это можно посмотреть, но, к сожалению, на платное. Так вот, возвращаемся к табличке. Мы с вами здесь видим все показатели. И отдельно я специально рекламной кампании скачала кластеры, которые есть. Скачать кластер запроса. Вы можете его также открыть. И здесь вы видите
множество кластеров и какие фразы, запросы им соответствуют. Вот наглядно видно. И когда я эту табличку добавила, я надеюсь, для вас это не новость, но для меня это была новость. Будет круто, если вы это уже знали. Вот я буду только рад за вас. Так вот, кластеры и фразы. И когда я стала сравнивать вот эти ключевые фразы, которые есть у меня с ключевыми фразами в этом файлике, я поняла, что у меня очень много несоответствий. Но когда я стала сравнивать, конечно же, не вручную, а с помощью функции VPR, вот эти ключевые фразы с кластеризацией, непосредственно с кластерами, я поняла, что здесь показываются не запросы, а непосредственно кластеры. И вам тогда необходимо ориентироваться на то, что, грубо говоря, если вам этот кластер приносит хороший результат с точки зрения переходов, низких расходов и дает хороший трафик, вообще в принципе он дает, то таким образом вам нужно сохранить полностью этот кластер, даже если там будут запросы, которые вас не устраивают, которые вам не нравятся. Потому что происходит ситуация, что именно в статистике у нас с вами показываются не ключевые фразы, а именно кластер. И на основании этого имеет смысл анализировать, что и как у вас работает. И это все на самом деле можно просто сделать. Вы делаете сводную таблицу, еще раз повторю, выводите просмотры, сумму кликов, среднее значение из CTR и сумму затрат. И здесь вы наглядно видите все по вашей рекламной кампании. И это необходимо делать. Достаточно часто, чтобы понимать, как у вас работает. Это с точки зрения анализа рекламной кампании, которая у вас есть. Вот она у вас одна, вы ее решили проанализировать. И дополнительно вот сейчас еще расскажу про то, как я смотрю результативность по месяцу. Здесь написан март, но нам не суть для примера. Мы с вами просто рассматриваем на данном примере, как можно по каждой вашей категории, допустим, у вас в склейке несколько товаров, они аналогичны, таким образом вы проводите анализ. У нас, например, вот так, да, то есть есть конкретные условно категории, вот на основании их рекомендую. И здесь, для примера, три товара, в целом ориентируйтесь на свои. Вы указываете стоимость, розничную цену, эта стоимость без скидки покупателя. Просмотры, непосредственно все просмотры, которые у вас были. Далее рекламные расходы, понятное дело, вы берете из всех рекламных кампаний, которые у вас есть. То есть вы запускали несколько рекламных кампаний, достаете, либо в течение месяца сюда добавляете данные, либо в один момент достаете все эти данные, анализируете, так скажем, суммируете и вставляете. И здесь видно, допустим, что на одну группу товаров была одна рекламная кампания, а дальше идет сумма, то есть было несколько рекламных кампаний. И здесь сразу рассчитывается CTR. И важно, здесь вы можете посмотреть переходы рекламные и просто переходы, которые есть. Переходы, которые есть, это я беру из аналитики продавца. То есть смотрите рекламные переходы. Здесь вы можете их просто посчитать из просмотров и CTR, которые есть. Опять же, можно просто рассчитать, ничего не вставлять. Переходы берете из аналитики продавца. Далее корзина оттуда же. И далее, как я считаю, можно считать по-разному, но хорошо и в большей степени правильно, если вы рассчитаете свои показатели с учетом всех заказов рекламных и нерекламных, которые есть. Можно считать только статистику по рекламе. Я считаю все, и рекламные, и нерекламные. Так вот, вы здесь рассчитываете стоимость корзины. Опять же, это все заказы, не только рекламные. И стоимость корзины у нас с вами рассчитывается, рекламные расходы на количество добавлений в корзину. И вы видите, что на ряде товаров это 28 рублей, на ряде 13. И скорее всего, стоимость заказа будет дороже. Далее, вы также берете стоимость заказа, который у вас есть, исходя из заказов, которые вы получили. Опять же, здесь все заказы за выбираемый месяц. Не только по рекламной статистике, а вообще все заказы, которые есть. Берете стоимость заказа и далее самое главное, что имеет смысл. Мы же с вами всегда стремимся к доле рекламных расходов, равной 10%. И здесь вы будете видеть, с учетом всех заказов за месяц, не только рекламных, а всех заказов за месяц, и той рекламы, которая была, вы здесь посчитаете, увидите свою долю рекламных расходов, которые можно для себя брать и опять же использовать. И здесь дополнительно, чтобы вот прямо точно посчитать прибыль по месяцу и прибыль с учетом продвижения, необходимо посмотреть, были ли у вас какие-то выкупы, делали вы их.
И на эти выкупы необходимо посчитать расходы. Ну, условно, вот для того, чтобы выкупить, не знаю, там, штору, мы тратим 305 рублей. Это комиссия, логистика и все остальное, переотправка. Вот здесь таким образом это указывается, а здесь указывается количество выкупов. И далее это будет учитываться. Так вот, прибыль с продажи единицы вы учитываете самостоятельно, рассчитываете здесь, указываете, с учетом розничной цены. И далее рассчитываете прибыль по месяцу и прибыль с учетом продвижения. И опять же, если ваша прибыль с учетом продвижения в плюсе, все банально. Значит, вы не зря запускали рекламную кампанию в целом. То есть вы смотрите на долю рекламных расходов и на прибыль с учетом продвижения. Это значит, что те заказы, которые были привлечены с помощью рекламы, не испортили вам в целом статистику, и вы все равно зарабатываете. Но благодаря рекламе больше получаете заказов. Вот и все. То есть здесь никаких таких моментов нет. Здесь смотрите, опять же, по своим цифрам, на что вы рассчитываете, что вы хотите видеть. Но в целом, опять же, на старте рассчитывают вот долю рекламных расходов. Это процент расходов от общего количества заказов или продаж. Здесь тоже очень важно правильно считать, в зависимости от того, что вы для себя возьмете. Здесь, например, с учетом заказов, ну, потому что обычно считают с учетом заказов. Ну, правильно, на самом деле, с продаж, ну, оставим заказы как есть. Так вот, на старте обычно там 20-30% это доля рекламных расходов. В целом всегда уже в период продаж ориентируется на 10, ну хотя бы 15. И на самом деле еще дополнительно считают средние значения по всем товарам по доле рекламных расходов. Как это можно сделать? Посмотреть. Давайте мы с вами это и посмотрим. Заходите в финансы, история затрат. Берете конкретный месяц, который вам нужен. Допустим, вы взяли этот месяц, посмотрели, какие там были затраты. Вот видите, условно там, неважно какая цифра, 23 433 рубля. И дальше посмотрели вашу сумму заказов за месяц, всех товаров, которые есть. И таким образом считайте процент вот этих 23 тысячи от общей суммы заказа. Это тоже нужно считать, потому что у вас в целом должны показатели сходиться по категории и непосредственно уже конкретно по каждому товару. Ну, это уже подробнее. Вот, поэтому здесь как вам удобнее, вы можете по-своему смотреть, но я именно смотрю вот по таким показателям, которые я вам сейчас показала, вот все то же самое, что у меня есть. На этом все. Если у вас остались вопросы по рекламе, насколько знаю, постараюсь помочь. Забыла. Если вы досмотрели до конца, вам большое спасибо. И еще одно большое напоминание. В ближайшее время будет у меня в канале анкета. Так как будет проводиться повышение квалификации для менеджеров, и всего там человек 10 будет набираться, и мне важно понимать, что необходимо менеджерам для того, чтобы еще, допустим, дальше развиваться, что они хотят знать, что они не знают. И вот, пожалуйста, заполните эту анкету, если вы планируете. Не обязательно у меня, не со мной, да, проходить, а в целом где-нибудь. Ну просто, что для вас важно, чтобы у меня было понимание и, ну, больше доработать продукт, который планируется. Вот, это тоже в телеграм-канале. На этом все. Вам спасибо. И встретимся в следующих, не менее важных, не менее интересных видео. Они уже, кстати, ряд вышли, а скоро будут тоже выходить новые. Пока-пока.